Пенсионный фонд России. Теперь жителям Амурского района Хабаровского края нет необходимости обращаться в пенсионный фонд за получением дубликата страхового свидетельства СНИЛС. Оформить его стало гораздо проще, и для этого даже не нужно выходить из дома. Документ с прежним страховым номером индивидуального лицевого счета можно оформить в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России. СНИЛС будет моментально сформирован в формате PDF и направлен на электронную почту заявителя. Полученный дубликат страхового свидетельства можно использовать вместо утерянного документа и предъявлять там, где это необходимо. Но если есть желание получить свидетельство в виде привычной зеленой карточки, нужно обратиться в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. Стоит отметить, что получение дубликата СНИЛС является одной из самых востребованных услуг. 30% обращений в пенсионный фонд происходит именно за восстановлением утерянной зеленой карточки обязательного пенсионного страхования. Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые фондом в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда. Чтобы получить услуги Пенсионного фонда России в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Ключевые услуги фонда в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение. Пенсионный фонд России.